Одно из градообразующих предприятий Новочебоксарска отметило десятилетие. Солнечная энергетика становится все более доступной для регионов страны. Подробности в следующем материале. Тонкая работа. За большинство операций на заводе отвечают роботы. Люди на подхвате у машин. Потребность в альтернативной энергетике в стране растет. Более 200 мегаватт солнечных модулей, а это почти половина от спроса, производят в нашей республике. Инновация предприятия – двухсторонние панели на стекле. И, соответственно, это двухсторонняя выработка, то, что я говорил, это плюс 10% по году к стандартной выработке вот такого модуля. Понятно. От отражения, наверное, тоже там с той стороны он... Да, вот, да, за счет отражения, потому что... Отсюда солнце, а с той стороны... Да, допустим, а с той стороны, да. Самый... Особенно в снежную погоду вообще замечательно. Только за 5 последних лет компания «Хивель» ввела в строй более 20 солнечных станций. Один из самых масштабных проектов реализовали на Западе. Оренбурга. Фотомодули здесь занимают площадь 170 футбольных стадионов. Глава республики отметил, что задача Новочебоксарского завода – рост экспортных поставок. Насколько я знаю, вы входите как инновационное производство пятерку мировых лидеров по производству солнечных модулей. Очень высокая производительность труда, более чем 18 миллионов рублей на одного работающего. Сейчас завод обеспечен заказами на годы вперед. Для развития солнечной генерации продолжают разрабатывать и новые типы модулей. Дмитрий Ковалев и Вадим Владимиров. Республика.